Здесь завоевывают путевки в будущее. Первенство Сибирского федерального округа по спортивной борьбе среди юниоров в памяти заслуженного тренера Советского Союза Храмцова Федора. В зале нет любителей, только профессионалы, парни, которые большую часть своей жизни посвятили греко-римской борьбе. Ну, это отбор на первенство России, который должен пройти каждый спортсмен. Подлечиваем, тренируемся. Побеждает сильнейший, только терпеть. Мы готовились 2 недели, сборы были, проходили на территории АОРа, здесь тренировались. Тренировки были тяжелые. Ну, каждый готовился как мог. Сегодня здесь собралось почти 170 спортсменов со всех регионов Сибири. В каждой команде не меньше 20 человек. Возраст юниоров от 18 лет до 21 года. Возраст такой интересный, то есть это уже, как правило, спортсмены состоявшиеся. То есть это не дети, которые уже умеют делать приемы, у которых уже правильная тактика поведения. Помимо красивой борьбы, всегда есть другая сторона медали – травмы, ушибы, но здесь это никого не останавливает. Травма может произойти хоть и, это и переломы, это и ушибы. Вот сейчас вы слышали бросок 5 баллов. Наверняка спортсмен произвел очень крутой бросок. То есть, ну, если спортсмен подготовлен, конечно, если неподготовленного человека бросить, будет более печально. А вот самые закаленные и подготовленные борцы теперь отправятся на следующий этап соревнований. Кстати, шанс на победу на первенстве России теперь есть и у нескольких борцов из Алтайского края. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.